Пора отрабатывать зарплату. Давайте посерьезней. Мне не по душе работать с этим паком Катария и повстанцами. Их идеология всегда приводит к горам трупов. А у тебя какие предчувствия, Наман? По большому счету, мы несем возмездие. Нужно сосредоточиться и сделать все быстро, чтобы не оказаться между местными политиками и автоматами картеля. Первая задача — выследить смотрящего, чтобы найти Амару. А то... Враги совсем рядом. Хорошо, порядок. Я не хочу напугать объект. Прикрутите глушители. Вижу цель. Вперед. Кажется, все чистый фраг. Вижу одного наркодилера. Покажи. Вон там, рядом со сторожевой вышкой.
Сотрудничай, и все будет хорошо. Пинче, каброн! Пирате, каброн, пирате! Слушай меня, придурок. Ты отвечаешь на вопросы, иначе я всажу пулю тебе в брюхо. Ты меня понял? Остынь, козел! Чего ты хочешь? Амару, что где его искать? Ты серьезно? Вот чего тебе надо. Не вопрос. Он на ферме Атоя. Вперед! Там узнаете, что мы делаем с теми, кто идет против картеля. Нам нужно спешить. Амару уже старик. Под пытками он долго не протянет. Черт, если у них было время поработать над ним, то он может быть уже мертв. Все может быть. Амару большая шишка у повстанцев. Картель не убьет его, пока не вытянет все, что Амару знает. Мы не можем рисковать. Слишком многое зависит от этого. Идем. Что же это? Он хотел сдаться. Сука, мать твою! Успейся. Осколочная! Огонь по целям. Вперед! Картель не будет сидеть и ждать, пока мы обнаружим и спасем Амару. Порядок. Оставим метку, чтобы повстанцы могли забрать эти припасы. Я на мотоцикле. Езжайте без меня. Действовать с пользой и для себя, и для матери Земли. Все это ради будущего Боливии. Это наследство, которое мы оставим будущим поколениям. Держитесь, я поведу.
Слушай, только честно. Опыт был? Какой? Ну, кокаин? Конечно, нет. Да ладно. Да вообще, не в жизнь. А ты? Это допрос? Нет и нет. А если между нами? Пару раз. Просто для опыта. Погоди. Пробовать два раза просто, чтобы понять? Ага, в первый раз на таких рогах, что ничего не запомнилось. Подходим к ферме Атойо. Среди боевиков много бывших военных. Стрелять зряче. Если Амару попадет под шальную пулю, операция цареубийцы провалится еще до начала. Ну, пошли. Вижу цель. Рядом местный. Этот пятый. Здесь один боевик. Скажи, куда смотреть? Там, в сарае. Прыгнись, а то заметят. Осколочная. Получайте, Кулярос. Осколочная. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. La rebelión no perdona. Здесь все чисто.
Вижу оружейный ящик. О, хорошая вещь. Это Нидия Флорес, королева. Идем, караку. Агарраром на персона, ке но дебиан. Эксиху, ке ме сакен ahora mismo de aquí, bestias! Впервые властный назвала меня. Todavía no estamos a salvo. Pero Dios le pagará esto que ha hecho por mí. Вы Амару? То, что от него осталось. Мы вытащим вас отсюда. Давайте без меня. Привет. Куда вы меня ведете? К вашим друзьям. Так, Пак Катари заключил сделку с проклятыми Янки, молодой дурак. Обсудить это с ним, сеньор. Дела.
Вот так. Здесь оружейный ящик. Тут есть снайперская винтовка. Ты ранен? Санта-Бланка не самая привлекательная хозяйка. Меня тошнило. Внимание! Сейчас придет файл Боумен о Юрии Полито. Это сводка по... Юрии Полито. В системе безопасности Санта-Бланки им отведена ключевая роль. Не забудьте ознакомиться с отчетом Боумена об их иерархии. За безопасность отвечает некто Кирпич. Телохранитель и друг детства мечтателя. Чума, младший брат Кирпича. Злобный говнюк. Крайне активен в соцсетях. Шеф головореза в картеле. Охота началась. Нам нужен мечтатель, и мы должны добраться до него через подчиненных. Цель номер один – Юрий Полито. Ищем, выслеживаем и ликвидируем. Поехали. Ладно, поехали. Вижу цель. Близко к гражданским. Намат на линии по Катаре. Похоже, ему нужна помощь. Соедини с ним. Хола, компадре. У меня проблема в Итаква. А Боумен говорит, что вы можете помочь. Моему народу нужна помощь. Картель убил многих, а ужасные дела...